так, друзья, показываю вам гостиницу Armas Bull Beach, которая находится в Кемере на первой линии. В целом еще у нее есть дополнительный корпус, который находится через дорогу на второй линии. Гостиница, по-моему, 2004 года открылась. И какая-то реновация делалась 2018 года. Значит, вот так вот выглядит снаружи здание гостиницы Armas Bull Beach. Сейчас мы зайдем в саму гостиницу. Ну и дальше в видео покажу вам все детали, нюансы, которые я смогу здесь увидеть за это короткое время. Это у нас ресепшн. Освещение, как по мне, здесь на ресепшене не хватает. Так, здесь у нас платный Wi-Fi, сразу говорю. Вот здесь вот все указаны цены по Wi-Fi. Смотрите. Учитывайте этот момент. Дальше у нас лобби-бар небольшой. Но алкоголь, в принципе, все есть. Время работы лобби-бара с 10:00 до 23:00. Дальше у нас за лобби идет небольшая такая терраса, где можно посидеть, выпить прохладительных напитков. Но, скорее всего, напитки брать нужно будет в лобби-баре. И пройтись метров 15-20 от этого лобби-бара до этой террасы. Дальше за террасой находится бассейн. Территория компактная. Я не могу сказать, что совсем маленькая, но она компактная. То есть здесь нету такой большой территории. В принципе, все гостиницы в самом городе Кемер, они очень компактные, даже пятерки. А это у нас гостиница 4 звезды. Так, друзья, показываю номер категории стандарт гостиницы Armas Bull Beach. Значит, первое, что мы здесь видим, есть санузел. Очень компактный. Ребят, вот у нас... В принципе, есть косметика, есть что у нас здесь, какие-то принадлежности, есть мыло, есть вот такая вот ванная с душевой кабинкой, естественно, укомплектована полотенечками. Так, здесь у нас шкаф. Дверки работают отлично, сейф платный, тапочки есть. Дальше у нас номер. Значит, здесь у нас одна двуспальная кровать и одна односпальная кровать. Номер компактный. Есть кондиционер, все, в принципе, в наличии есть необходимое. Есть телевизор, мини-бар. Мини-бар пополняется один раз, дальше пополняется только водичкой. То, что мы видим в мини-баре. Вот водичка, которая пополняется ежедневно. И очень компактный маленький балкон. С балкона красивый боковой вид, в принципе, на море, на горы. Здесь проводится вечером анимация, поэтому может быть какой-то шум попадать в номер, если будут открытые двери на балкон. Внизу мы видим, значит, детскую площадку. А вот там он находится, в принципе, пляж гостиницы Armas Bull Beach. Вот какие виды у нас получается из номера категории стандарт, который находится на первой линии. Это холл гостиницы Armas Bull Beach в главном корпусе. Вот все номера выходят в такую центральную часть. И внизу находится уже наш лобби и ресепшн. Пару слов по гостинице. Смотрите, в целом все здесь аккуратно. Маленькие, может быть, где-то какие-то недочеты есть.
они особо не бросаются в глаза, но тем не менее, как бы они присутствуют, друзья. Они никаким образом лично, по моему мнению, не сказываются на отдыхе. Вот. В целом, по питанию это 4 звезды. Туристы, которые были, жалоб никаких на питание не было никогда, нареканий, поэтому принимайте эту информацию во внимание для выбора вашей идеальной гостиницы для отдыха в Турции. Есть лифты, я спускаюсь по ступенькам, в принципе, мне это удобнее. И сейчас мы идем в корпус Анекс гостиницы Armas Girl Beach, который находится на второй линии. Сейчас мы посмотрим эту территорию и посмотрим, как выглядят номера в корпусе, который находится через дорогу гостиницы Armas Girl Beach. Значит, здесь есть небольшое движение автомобилей. В принципе, ездят они не на большой скорости. Есть пешеходный переход, ребят, но все равно будьте аккуратны, когда вы переходите, потому что, ну, в Турции как-то с этим движением все не так-то хорошо. Это личные мои, как бы, практические знания, те, которые я приобрел здесь, находясь на отдыхе в Турции. Вот мы уже зашли на территорию, которая находится на второй линии у гостиницы Armas Girl Beach. Gastrulation рассказала, что все номера здесь обновлены на второй территории. То есть нареканий в этом году, в принципе, критических не должно быть от туристов. Также здесь построили еще несколько новых корпусов. А вот территория гостиницы Armas Girl Beach, которая находится на второй линии. Здесь есть бассейн, тихий бассейн. Здесь, в принципе, анимация не проводится. Также есть горки, то есть детям можно покататься, да и взрослым, в принципе. Есть, естественно, конечно же, шезлонги возле бассейна. Только вот чего я не вижу. Не вижу зонтиков. Они здесь есть, я так понял, их ставят по необходимости. Но сейчас изначально я не вижу здесь зонтиков, может быть, просто утро. Также есть бар. Вот из напитков там, по-моему, только безалкогольные. Может быть, какое-то пиво еще можете попить в этом баре. Потому что алкогольные напитки все подаются в основном в корпусе. Так, друзья, показываю номер категории стандарт на второй линии. Так, света нету, поэтому... Санузел здесь побольше, чем в основном корпусе. Здесь у нас нету ванной, у нас душевая кабинка. Естественно, есть тапочки. Смотрите, мебель реально все новое. Вот нам показывают номер абсолютно полностью новый, качественный, вообще классный. Ребят, прикольно все. Естественно, есть телевизор, есть мини-бар. Посмотрим, что у нас есть в мини-баре. Стандартный, полностью заполненный мини-бар. Дальше... Только заполняемость мини-бара полная только при въезде. И последующие дни пополняется только водичкой. Балкон здесь тоже побольше. Есть пластиковые стулья, столик, где можно посидеть вечерком. В общем, реально номер, все видно, что полностью новый. Хотя вот есть некоторые огрехи в номере, которые не доделали работники. Но, в принципе, это не критически. Самое главное, что вся мебель абсолютно новая, и это реально радует. Так, друзья, показываю еще один номер категории стандарт гостиницы Armas Girl Beach. Значит, здесь есть у нас сразу при входе санузел. Вот тут он тоже компактный, поменьше, чем в том номере, который совсем новый.
Здесь у нас душевая кабинка, ванной нету. Извините, что света нету, просто нету карточки от номера. Так, дальше. У нас сам номер, рассчитан на 3 человек. В целом все достаточно опрятно выглядит, чистенько. Естественно, есть небольшие сколы на мебели. По чистоте номера, ну все чистенько, ребят, чистенько, в принципе. Есть балкон. Здесь балкон, в принципе, такого же размера, как и в том номере, что я показывал в предыдущем моменте в этом видео. Вид здесь у нас получается на горке. Так, проверяем мини-бар. Тоже полностью заполнен. У нас есть, получается, несколько там напитков в баночке. Есть пару бутылочек водички газированной. Соки, 2 пакетика маленьких 200-миллилитровых. Ну и водичка, которая пополняется ежедневно. Все остальное, друзья, пополняется только при заезде. Кстати, вот смотрите, вот такой вот скол вижу я на мебели. Но опять, кто хочет, может придраться. Кому это не принципиально на отдыхе, то есть это ваше решение, напишите в комментариях под видео, что же вы считаете по поводу таких вот нюансов. Я думаю, туристам всем будет полезно. Ну и самое главное, напишите ваши впечатления об отдыхе в этой гостинице. Платный, 1 день 4 доллара, 3 дня 9 долларов, неделя 7 дней 14, 10 19 и 2 24 доллара. Вы что сказали про интернет? Только про интернет я дала информацию. А он бесплатный, он хороший? Да, полностью. Просто на всей территории. Не, ну, в некоторых комнатах бывает, что не ловит, а ловит, ну, вообще по территории, например, до 10, ну, до пляжа ловит, но в комнатах, в некоторых комнатах бывает, что не очень хорошо. Вот. Ну, к нам не подходил, никто особо жаловаться по интернету. Просто что единственное, жалуется на то, что агентство не сказало о том, что он платный. Вот в чем дело. Здесь в основном у нас еще платная сейф, да, 2 доллара в сутки, если уже сказали. Также у нас только заполняется мини-бар при заезде. После этого только воду. Тапочки кладут в каждую комнату, халаты не всем. Еще халаты только свадебным парам или там, если кто-то особый какой-то случай, там вопросы. Сказали, нету чайничков, не выдаем для детей вот кетл, который нагревается, вообще нет никакого потенции. Микроволновка тоже сломанная была, то есть сейчас деталь делают одну и все. У нас будет микроволновая печь, можно будет разогревать, например, для ребенка там детское питание. Вот так. Дальше, анимационная программа у нас также вот здесь есть, видите, маленький мини-клуб. Также дети вас лепят, делают всякие печеньки, у них там вниз специальные, там поднятая программа расписана. С 10 до 12 и с 2 до 4. Работает еще также дискотеки, у них не дисков. Анимационная программа с внешней стороны приезжает у нас акробатическое шоу, живая музыка у нас есть. Также у нас танцевальное, естественно, шоу и пьяная дискотека раз в неделю совместно с другими. Здесь на территории или где-то? Да, все у нас. И гала-ужин у нас, турецкая ночь, и гала-ужин раз в неделю. Турецкая ночь раз в неделю. Аля-карта бесплатно. Аля-карта у нас 7 дней выше, то им, получается, можно записываться, там, бесплатно к нам подходить, мы это делаем. Один раз или? Один раз. А какой аля-карт? Только рыбный находится, вот он на берегу, вот здесь вот стульчики ставят, все на внешней стороне, только рыбный, да. То есть 7 дней, 7 ночей это включительно? 7 и выше, да. Угу. Так, ну это уже сказали, есть какие-то вопросы? А что по поводу реновации? Реновация была в этом году во всех комнатах отеля, особенно во втором корпусе. Построены новые номера, которые резорт. У вас вот два, наверное, типа резорт стандарт, да. И бич стандарт. Вот бич это здесь. Гюли резорт стандарт и стандарт. Гюли резорт вторая. А стандарт просто стандарт, да? Наверное, это типа, что это бич стандарт. Ну, как называется, я не знаю, вот есть. А в каком году реновация была? В этом году. В этом году, да. Кондиционеры всего. В 2019. Голос-то записывайте просто сюда, вот там видео, просто он каждый день. И просто реновация это была, но кондиционеры полностью в том году жаловались, что кондиционер не очень хорошо. А в этом году у нас все абсолютно новые.
и мебель, вот если видели, в лобби новая. А потом в том корпусе поменяли полностью душевые кабины все, ну сантехника, и кондиционеры также. Ну и там у нас новый, вот достройка новых номеров, кому они попадутся, то есть они как резорт проходит у вас резервация, кому-то новый, кому-то не новый. Ну там обновленные все хорошие даже комнаты, мебель лучше новее, чем вот немножко, чем вот в этом, потому что это здание 2004 года. Так, вы пляж тоже смотреть будете, да? Сейчас тогда пройдем пляж, посмотрим в комнату, как посмотрим. Мы как просто смотрели в соседнем отеле. Видите, да? Ну, а просто ходить уже. Номер тут и номер там. Да. Снэк-бар у нас и там, и в том корпусе. У нас тоже есть горки. Там горки и бассейн. Там релакс. Потому что там более-менее там тихо. Тише. Что есть алкоголь. В той стороне есть только пиво и вино, а здесь все, ну вот, напитки. И на пляже тоже, да? На пляже, да, вот бар, вот этот вот, он идет, туда спускается, сразу получается метров сколько эти, 10 метров. Вот таким образом у нас сделан бассейн, только здесь один, крытого нету, и в той стороне тоже бассейн и горки. А какое максимальное размещение у вас тогда? Стандартный 2+1, но в тех, 2+2 в том корпусе комнаты, там еще можно один, ну получается 2+2, нет, 2+3 и плюс инфант, кроватку для ребенка. А какие то есть доставить еще одну кроватку. Если 2+3, какие это спальные места будут? Смотрите, там две комнаты же, две отдельно, одна, плюс вторая комната, и туда можно добавить одну кровать и плюс еще две.